Попалась вот такая запись из ВК Надежды Савченко за 18 декабря 2020 года. Смешно читать нытье украинских СМИ после ответа сегодня Путина на вопрос о поддержке России Донбасса. Успокойтесь, Украина распадается, Крым ушел, Донбасс никогда не вернется. Чтобы украинские СМИ тут не пели, лучше на Украине уже не будет, только хуже. Мы и так до сих пор только из-за России еще как-то держимся на плаву. Если полностью нам перекрыть кислород, через месяц закончится неудачный проект большевиков под названием «Украина». Президента России благодарите, что он считает нас братским и одним народом. Другой бы уже давно за один только наезд на русских нас уничтожил как государство. Про остальное вообще молчу.